В эфире телекомпании «Город», программа «Вызов принят». Здравствуйте, в студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Пятеро задержанных и миллионы рублей в теневом секторе экономики. Раскрыты дорогие махинации подпольных банкиров. Продавцы похожи на программистов, упаковки товаров не вскрываются, а родственникам больше не нужно ехать за сотни километров, чтобы передать посылку осужденным. В Рязанской области тоже скоро появятся интернет-магазины. Мартель и Беллис из Duty Free. Это когда же в магазинах беспошлинной торговли продавали немаркированный алкоголь с кривыми наклейками? Полицейские задержали организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, в результате которой в теневой сектор экономики были выведены сотни миллионов рублей. По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. Разумеется, услуги приносили стабильную прибыль. Подпольные банкиры взимали комиссию в размере 1,5% от каждой банковской транзакции. Улик предостаточно. В офисах и жилых помещениях организации изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронными ключами к системе «Банк-клиент» и другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. Задержано пятеро фигурантов. Даже в наше время для одних автомобиль – главное средство передвижения, для других – все-таки роскошь. Тысячи водителей готовы влезть в кредит, лишь бы только быть всегда на колесах и не зависеть от расписания троллейбусов. Задержанный рязанец тоже пытался везде успеть – и покататься, и расплатиться за свой автомобиль. Ежемесячные выплаты по кредиту и без того были не по карману высоки. А тут еще и любимое авто угнали прямо со стоянки на Ряжском шоссе. По крайней мере, такую версию выдал полиции хозяин машины, когда пришел писать заявление об угоне. На самом деле заявление было ложным, так как я хотел получить денежную компенсацию за страховку. Автомобиль был застрахован по КАСКО. С содеянным раскаиваюсь, может такого не повториться. В случае угона автомобиля страховка покрыла бы его полную стоимость, но махинация не удалась. Таким же, как он, аферистам, напоминаем, за ложный донос грозит лишение свободы сроком до 2 лет. За это время на воле гораздо проще придумать, как решить финансовые проблемы законным путем. Чем больше спиртного употребляет человек, тем ярче он описывает причины и обстоятельства, толкнувшие его к пустой и нелепой жизни. В итоге преступление, уголовный срок и снова горькое. На днях в селе Шевырля Шацкого района стало на одного жителя меньше. Супруги вместе с сыном устроили застолье, в результате чего женщина поругалась с мужем и всадила ему в грудь кухонный нож. Мужчина не упал, просто схватился за грудь и лег спать. Утром женщина обнаружила, что он мертв, сообщила в полицию. Катализатором следующего криминального происшествия тоже стал алкоголь. 20 января следователи выехали в квартиру, где был обнаружен труп мужчины, погибшего до смерти, избил деревянной палкой знакомый. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, были зафиксированы следы преступления. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновникам грозит уголовный срок, а всем остальным это должно послужить уроком. Даже в случае самообороны не следует бездумно размахивать холодным оружием. И уж тем более делать это специально. Сегодня люди забыли об этикете, вежливости, элементарных манерах и, кажется, абсолютно перестали понимать, что они творят. Напомню, 3 года назад в поселке Шилово Эдуард Тюрин жестоко убил свою знакомую. Погибшей доставались удары ножом до тех пор, пока не сломался клинок. Тогда злодей взял стоявший в комнате колун и ударил им женщину по голове. Даже после того, как жертва упала, ее мучитель, не переставая, бил ее острием и обухом топора. За свое преступление Эдуард Тюрин получил 12 лет в колонии строгого режима. Интернет не знает границ, а также тюремных стен и колючей проволоки. Прогресс давно шагнул и за решетку. В исправительных колониях России успешно функционируют интернет-магазины. Скоро популярная услуга станет доступной и в нашем регионе. Тем, кто хотя бы раз бывал по ту сторону периметра, объяснять актуальность вопроса не нужно. К тому моменту, когда появляется возможность лично встретиться с кем-то из осужденных, в сумке, кроме пропуска, остается совсем немного вещей. И это если речь о съемке. Досмотрят каждый дюйм. На территорию колонии попадает только то, что указано в подтвержденном печатью и подписью запросе.
Если речь о посылках от родственников, то все упаковки вскрываются. И меры это абсолютно оправданные. Посетители регулярно, как бы нарочно, забывают дамские сумочки с телефонами и чем только не шпигуют такие продукты и товары, как рулеты, сыр, масло, крем для обуви, чай или, например, шампунь. В последнее время участились случаи в банках заводского изготовления. Сотовые телефоны, спирт, сим-карты. Нарушителям придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей и, разумеется, вернуть запрещенный товар. Обычный магазин для отбывающих наказание работает так. В одном небольшом окошке осужденный озвучивает список покупок и получает свою копию чека. В другом отоваривается. Ассортимент достаточно большой. Особым уважением в колонии пользуются табачные изделия, шоколад и печенье. Кстати, те же сигареты привозят исключительно с фильтром. Да все берут. И халву, и конфеты. Сладенькие любят, рулеты, кексы. Торты вот вафельные. У каждого осужденного, кто работает, или какие-то личные деньги есть, есть карточки. Вот такие заводятся. Здесь у них личные деньги. Они могут приходить и отовариваться в магазине. Мы им выписываем деньги. Обычные рабочие в колонии получают 3000 рублей в месяц. Те, кто отбывает наказание согласно строгому режиму – 1000. Делать покупки в магазине можно не более чем на 500 рублей. Все рабочие разделены по бригадам, и у каждой из них свой персональный день похода за покупками. Как работают в соседних регионах интернет-магазины? Родственники или друзья заключенного заходят на сайт в Синзаказ, заполняют стандартную форму и отправляют заявку. Оплатить ее можно через электронные кошельки, банковские терминалы или переводом с карты. Как правило, срок доставки занимает всего 3-4 дня. Либо сам осужденный выбирает, чего ему не хватает на данный момент, и тоже отправляет заказ, оплачивать который будут его близкие. Тем, кто отбывает наказание в Рязанской колонии номер 2, такие перспективы явно по душе. Перечень, ассортимент увеличится, то есть, соответственно, вы друг другу уже верите, да, ваша организация и так далее. Это одна сторона. А другая сторона, то, что я думаю, все-таки лимит ограничения все-таки должен сняться, потому что везде эта практика уже есть, это не входит, то есть, в основную политику Уголовно-исправительного кодекса. 20 килограмм, которых не хватает, не секрет, да, что мы съедаем это за 2-3 дня. Будет определенный досмотр проводиться, не как раньше, то есть могут досмотреть, развернуть и так далее. Сейчас вынуждены родственники передавать там в развернутом виде и так далее, из упаковок вынуты и так далее. То есть магазин уже будет давать гарантии, то есть качество продуктов. После полученной заявки сотрудники магазина начнут собирать заказ. Если подтверждается, что человеку положена посылка или бандероль, ему их выдадут. Людям больше не нужно специально ехать из другого города, стоять в очередях, а потом нести в изолятор тяжелые пакеты, дабы порадовать оступившегося сына лишним килограммом печенья. У меня пожилые родители, я сам уже тоже в возрасте. И до этого времени очень много времени, средств затрачивали на то, чтобы сюда попасть. Издалека едут из Москвы, из Питера. Чтобы сузить круг бытовых и технических вопросов, которые неизбежно появятся с организацией на территории рязанских колоний интернет-магазинов, и была организована пресс-конференция, возглавил которую Андрей Мухидзинов, директор предприятия торговли «Калужская» в СИН России. Товар всегда обновляется на складах. Соответственно, цена товара тоже может меняться в данный момент. Она может меняться скачкообразно, еще как-то там по изменениям. Как-то не странно, у нас очень много составляющих импортных. Когда мы заключаем договора именно по интернет-поставке, мы всегда говорим поставщику, что товар должен быть зафиксирован на определенное время. Один из главных плюсов для колонии заключается в том, что специализированный магазин изначально готовит передачку в полном соответствии с законодательством, и потрошить посылки для того, чтобы убедиться в искренности намерений родственников, уже не придется. Особыми техническими проблемами новшество тоже не грозит. У нас на сайте будут вывешиваться иконки, то есть такая-то колония. Обеспечение прошло, все. Потом следующая такая-то колония. То есть это не будет в один день сразу все учреждения. Это не так просто на самом деле. Определенные риски существуют только для поставщика. Он уже не заработает на скачке цен. Но общероссийская практика уже не первый год показывает, что с появлением на территории колонии интернет-магазинов многое упрощается. Посылки лично доставляют осужденным. Они расписываются в накладной и получают свой заказ, даже в том случае, если одной из позиций не хватает. По словам Андрея Мухидзинова, сначала выполняется обещание, а затем уже сотрудники колонии выясняют нюансы, почему доставка оказалась неполной.
Скоро узнаем, насколько быстро приживется популярная услуга в нашем регионе. Хорошую для себя новость смакуют любители и ценители водки. С 1 февраля минимальные цены на этот товар официально снизили. Вместо 220 рублей за пол-литровую бутылку не более 185. Это первое снижение цены на водку за последние 6 лет. Если помните, только за прошлый 2014 год она повышалась дважды. А вот стоимость коньяка и бренди, которые также подпадают под госрегулирование, не изменится. Впрочем, этот нюанс мало заботит тех, кто предпочитает всему виноводочному ассортименту исключительно горькую. Практически каждые 12-15 лет правительство ужесточает политику распространения спиртных напитков. Но что такое сухой закон для тех, кому и море по колено? Тем более само государство то и дело вносит послабления в законы. Как ни крути, а доля доходов в казну от продажи алкоголя львиная. Значит, если учесть, что стаж пьющего человека приблизительно 40 лет, переводим в дни. 40 лет на 365 дней получается 14 тысяч дней стажу. Дозу делим на дни. 1 миллион 80 тысяч бутылок делим на 14 тысяч дней. Получается 77 бутылок водки ежедневно. Практически вся водка, которая производится в России, здесь же и выпивается. В прошлом году за рубеж отправилось лишь около 60 миллионов литров. Россия умудрилась упустить зарубежный рынок. В 2013 году аспиранты Высшей школы экономики города Москвы подготовили специальный доклад «Оценка микроэкономических факторов употребления алкоголя молодыми людьми», заставившая о многом задуматься. Согласно подсчетам, сделанным аспирантами, экономические издержки от пьянства в России составляют 57 миллиардов долларов ежегодно. В докладе приведены еще не менее интересные факты. Так больше всего молодежь пьет не в деревне, как обычно думают, а в городе. Причем в экономически более развитых районах с более высоким уровнем дохода населения. Таким образом, привычное представление о пьяницах не имеет ничего общего с действительностью. Более того, авторы доклада изучили поведение молодежи от 16 до 23 лет и обнаружили, что пик потребления алкоголя у молодых людей приходится на 19 лет, первый курс университета. Напрашивается вывод, что все наши беды. Недовыпивания. Что и требовалось доказать. Когда медиков спросили, как лучше снизить отрицательный эффект от водки, они дали хороший совет – пейте лучше чай. Оспаривать совет нет смысла, да только вряд ли ему последуют в массовом порядке. Чай – это, конечно, хорошо, но если выпито немного, одна-две рюмочки с хорошей горячей закуской, точно по профессору Преображенскому, осмелитесь ли вы отрицать положительный эффект такого возлияния? А в продолжении темы о том, сколько в Рязани области пьют и наливают, красноречиво расскажет следующая оперативная съемка. И это результаты очередного рейда. На этот раз полицейские заглянули в заведение общественного питания. В протокол попали несколько торговых точек, расположенных на 11 улицах Рязани, и речь не об окраине. В общей сложности изъято более 1300 литров спиртного. Бейлис с накликой якобы из Duty Free. Продукция полностью не маркирована, ни акцизных марок, ничего на ней нет. Да, бывали случаи, что вот эти наклеечки просто наклеиваются на продукцию, а само ее происхождение неизвестно. Соответственно, химсостав и история происхождения алкогольной продукции также неизвестна. Ассортимент на любой вкус и кошелек, что не поместилось на витрине, хранится в многочисленных коробках. А это вообще без мартель, вообще без наклейки Duty Free, без какой вообще либо опознавательной наклеечки, без маркировки, вообще не маркированной никакой акцизной марки федеральной специальной. Что на самом деле разлито по бутылкам и какой ущерб эти алкогольные напитки могли нанести здоровью покупателей, предстоит выяснить экспертам. Имена всех нарушителей попали в протокол. Это были главные криминальные темы и события недели. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.tv. До встречи!